понедельник в Самарской области пасмурно, пройдет снег с дождем. 0 плюс 2 градуса днем, ночью минус 1 плюс 1. Ветер усилится, южный, юго-западный, 6-8, порывы до 16 метров в секунду. В Сызрани тучи, осадки в виде дождя и снега. В дневное время плюс 2, ночью 1 с плюсом. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, сильный снег, дождь. В дневное время плюс 1, ночью также 1 градус выше 0. Южный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, снег с дождем. Днем плюс 1, ночью нулевая температура. Южный ветер 6 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное. 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 93%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.